Одна из российских компаний разработала препарат для лечения коронавирусной инфекции. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко на совещании с Владимиром Путиным. Министр уточнил, что через 10-12 дней планируется начать клинические испытания. По его словам, препарат тестировался в ряде стран и теперь вышел на стадию финальных испытаний. Примечательно, что сегодня же в Россию привезли штамм коронавируса из Соединенных Штатов, который будет использоваться российскими экспертами для создания вакцины от новой инфекции. При этом еще 10 апреля в Роспотребнадзоре сообщали, что сейчас наши лаборатории готовят к выпуску три варианта собственных вакцин от коронавируса.